во Флориде Мол. Вот хожу по всем магазинчикам, просто чтобы прогуляться, потому что гулять на улице очень жарко, мне нужно ходить много. Мне вообще все нужно, и много ходить, и много смотреть. Просто вышла сюда как на прогулку. Хотела позвонить подружкам, а потом думаю, нет, меня часто куда-то в сторону уносит, думаю, нет. Вот тут вот Coming Soon, Billabong. Вот какая красивая фотография закрывает весь магазин, потому что они готовятся к открытию. Так, Macy's, я туда не пойду, я его не очень полюбляю. Экспресс, я знаю, что сын у меня здесь покупает джинсы, почему-то любит этот магазин. Дороговастенько, конечно, здесь. И вот он сейл, 14.99, не пойду туда. Итак, Macy's, я только что зашла в Apple Store, Экспрессмен. Там было для женщин, тут для мужчин Экспрессмен. Так, на второй этаж я пока не поеду. Только что разговаривала с мужчинкой в магазине. Он как бы дружбанчик уже мой стал. Такой класснёвый. Но я не могу сказать, что он голубенький, потому что он очень похож на настоящего мужчину. Но он очень ухаживает за своим лицом. Это магазин называется Buckle. И я думаю, я забыла, сколько ему лет. Мы с ним когда-то разговаривали, как правильно ухаживать за лицом, какими мы кремами пользуемся. И вот он мне сегодня рассказал, что он с 12 лет пользуется кремом. Он увидел маму кремом лицо мазала и спросил: мама, зачем ты это делаешь? Она говорит, чтобы быть молодой. И он говорит, я с тех пор тоже решил оставаться молодым, не хочу стареть. И вот, ну, дай бог ему здоровья, конечно. Вполне возможно, что он настоящий мужчина, просто он как бы не хочет видеть морщины на своем лице. Ну, хотя вполне возможно, что он нетрадиционной ориентации. Трудно сказать. Детский магазинчик. Товаров для детей море здесь, конечно. Видимо, невидимо. Вот это вот место для отдыха. Можно посидеть, отдохнуть. Sunglass Hut. И вот я с ним поговорила, мы долго с ним стали разговаривали. Я ему говорю, а ты знаешь про мезотерапию? Он говорит, нет, не знаю. Я ему рассказала, он говорит, все, хочу сделать. Взял у меня, я ему сказала, где найти, кого спросить. И даже показала ему кусочек видео. Он говорит, ты герой! Вера Брали. Это вот у нее все. Это женщина, которая шьет сумки, чемоданы даже из ткани. В общем, все у нее из ткани. Вот они, сумочки из ткани. Красивенькие, хорошенькие. Ладно, пошли дальше. Сейчас я зайду еще раз в этот магазин, и я его просто покажу. И я не буду сейчас говорить, сколько ему лет, я скажу, сколько ему лет после того, как я его покажу, потому что, ну, трудно поверить. Хотя, посмотрим. Сейчас я зайду к нему еще раз. Скажи, можно мне тебя снять? Вот он, Брук, вот он. Или это не он? Нет, это не он. Или он? Ага, он. Ага, там. Вот он. Вот сколько ему лет. Ну, опять-таки, он сейчас нахмурился, немножко плохо видно. Такой классный вообще. Только что я померила на себя вот эти вот штучки. Такие замечательные, просто замечательные. Нек-массаж. Нек это шея. Массаж. Шея массаж. Сейчас я его сниму. Надо, чтобы он когда-то разговаривал. Ладно, все, ухожу. Ухожу. Неудобно к нему подходить, он разговаривает. Ладно, так вот ему 59 лет. Он мне сказал, что у него... Это он... Когда вот он стоит ровно и не разговаривает, не хмурит лоб, у него вообще морщин нет. Ну, кому что? Вот он Apple Store. Вот он Apple Store. И вот люди в синих майках, это все работники этого магазина. Кто поможет вам... с вашим телефоном, кто расскажет, кто покажет. Вот когда умер Джобс, вот эти вот все окна были завешены маленькими такими цветными листочками самоклеящимися, и там столько было хороших добрых слов в его адрес.
Я сделала тоже отдельное видео, где-то оно у меня отдельно есть. Я подошла, у меня аж сердце сжалось. Стив Джобс, ты всегда будешь с нами, что-то такое. Ты не умер и всякое разное. Куча благодарности ему и вообще, конечно. Ладно. Талбот. Вот тут вот у нас даже пальмы растут настоящие. Вот тут вот даже у нас корабли ходят настоящие. Красота, красота. И мне многие спрашивают, а как люди реагируют? Ну вот, пожалуйста, как люди. Совершенно, совершенно спокойно. Многие даже улыбаются, многие даже лезут в кадр. Многие что-то говорят, многие что-то там... Ну, ведут себя очень нормально, адекватно. Сваровский. Кто-то там умник выступил о том, что якобы людей снимать нельзя, что можно подать в суд. Когда вы находитесь в публичном месте, будьте готовы к тому, что вас снимают. Вот тут часто происходят показы мод, либо флешмоб, либо какие-то концерты. Здесь было представление косметическая фирма MAC. Кстати, вот они на втором этаже магазинчик есть. У меня там есть. Лучшие визажисты США собрались здесь и показывали свои таланты, как бы. Сказочно. Я такое удовольствие получила. Просто невероятное. Вот недавно здесь открылась Victoria's Secret. На втором этаже, сейчас я туда поднимусь, там ресторанчики, ну не ресторанчики, а как бы сказать, ну, место, где можно покушать, так называется. Сейчас я туда поднимусь. Фудкорт называется. Вот там куча еды. На Новый год тут стоит большая елка. И детвора фотографируются с Дедом Морозом. Вот тут лифт на второй этаж. Мало ли кто там на инвалидном кресле. Пожалуйста, садитесь, берите лифт и приезжайте. Поднимайтесь наверх. Поехали дальше. О, магазин закрыли. Какой-то другой магазин будет здесь. Вот он, фуд-корт, вот Starbucks кофе. На первом этаже тоже есть Starbucks кофе. Изменения большие, вот уже магазин какой-то собирается открывать. Эдвард Беннер. Откроется в июле 2013 года. Есть. Ладно. Пошли по еде. Вот тут, кстати, можно походить по этой еде, и тут можно даже и позавтракать. Потому что все будут стараться вас угостить, дать попробовать свое произведение кулинарное. Сделали новую. Вот это вот знак Starbucks кофе. И тут чего только нет. Чего только нет. Вот тут пошли сладости. Куки. Это пирожные, пирожки. Ну не пирожки, нет. Пирожные и печенье. Пальчиком показываете и вам накладывают, что надо, что хочется. Вот они блюда выставлены, тоже можно показать пальцем, сказать, хочу вот это. Вот кто съест такую булку громадную за один раз? Картошка печеная, люблю очень печеную картошку. Ладно, бистро. Не знаю, что это такое. Вот там шикарные туалеты, просто как, я не знаю, просто шикарные туалеты с диванами. Чайнатаун называется. Вот сейчас тоже. Я подойду, она сейчас даст мне что-то попробовать. Не, почему-то не. Хай, вон они лежат, пробнички, вон они на этом штучке. И цена где-то 5,99, но такая тарелочка хорошая. Наедаешься, во всяком случае, вот на этой тарелочке вот лежат пробнички. Я не знаю, почему они не дают. И грибочки, и зеленушечка, и даже есть. Шримп. Шримп это креветки.
вон там Panera Bread, любимый мой. А это выход уже отсюда. Или второй вход, ну, как бы сзади считается. Тут два входа, оттуда и оттуда. Ну, это как бы центральный вход позади меня остался, это задний центральный вход. Вон она, любимая Panera Bread. Гамбургер. Чаёчки. Надо пойти покушать что-то. Все, пока.